Город спит. Сегодня день такой, мне все рисуют, что я говорю какие-то разномасы, хотя я никаких разномасов не делаю, блядь, заебали. Че за бред? Это игрок номер один. Это игрок номер два. Дайте мирного, пожалуйста. Спайся игрок номер три. Против Елисея на мафию все впадло играть. Елисей? Спайся игрок номер четыре. Спайся игрок номер пять. Спайся игрок номер шесть. Арим? Спайся игрок номер семь. Спайся игрок номер восемь. Спайс игрок номер 9. Не знаю. Спайс игрок номер 10. Сейчас будем слушать. Город спит. Просыпается мафия. У мафии есть ровно одна минута, чтобы договориться. Дон обозначает себя. Крышую деда. Надо будет деда закрышевать, если он красный. Просто тебе нужно сопоставлять свои мысли по людям с другими игроками, которые здесь играют. Ну, по игрокам. С другими игроками. Что они говорят? Если твои мысли расходятся в край, то, скорее всего, этот человек черный. Правильно? Правильно. Типа, Рим так играешь, он кого-то красный, потом тебя въезжает, и за ним едет за тобой весь стол, потому что он для всех, типа, максимально красный. Просто пиздец. Давайте, блядь, уже играть будем. Нахуй это пиздеть, блядь, там что-то показывать из договорки, блядь, и ел какую-то хуйню. Крабовые палочки сидел, ел, потому что, блядь, очень интересно было играть. Ты все равно все делаешь так, как, блядь... Мафия этом... засыпает. Комиссар приветствует ведущего, взмах руки. А я такой, типа, даже махаюсь уже. Просыпается город, дамы и господа. Просыпается город. Игрок номер один, Артем, ваша минута. Да, всем привет, город. Камик, очень рад тебя видеть. Люблю играть с дедом. Да и в целом деда. Я вот думал... Мне тут просто совсем другая фигня сейчас была в последнее время. Мне в чат налетели чуваки, которые давай меня учить играть, причем агрессивно учить играть. Это просто пиздец. Эти аналитики, которые приходят со своим мнением, они там на диване смотрят, им виней, конечно. Я вспомнил очень прекрасную речь, когда Камик сказал, что вы попробуйте закрыть глаза и найти три мафов. И Юра его перебил и сказал, нет, когда вы сидите на месте, на слоте, тогда вам, когда вам пихают хуев в уши, начинают врать, обманывать и все такое, то это еще хуже, чем когда ты просто закроешь глаза и попытаешься найти трех мафов. Типа, на самом деле, на столе это еще в 300 раз сложнее, если ты просто, чем ты просто закроешь глаза. Ну, победы сильнейшей команде. Я игрок красный, спасибо. Большое спасибо, игрок номер один, игрок номер два. Ваша минута. Да, спасибо, господин ведущий. Играю 1-2. Мне игрок под номером 1, в принципе, понравился. Я красный. Я действительно рад, что я красного вытащил. Как сучка, прям рад, потому что, блядь, меня 3-4 игрок бы отпиздили ногами, мне кажется, за такое. Да? Лисеин. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 2. Игрок номер 3. Ваша минута. Ну, что-то, Флин, начал хорошо. По аргументации вчера, ты тоже вчера говорил, что я вытащил красный этому рату, у тебя была прямо близкая интонация, но такой срыв речи, вот ни с того ни с сего, он был очень странным, потому что мог еще покопаться в игроке номер один, игрок номер один сказал достаточно много. Что ты? Я понял, маленький, ну бывает. Короче, игрок номер один сказал достаточно много, достаточно интересно, достаточно хорошо, вот хуи, если я не ошибаюсь, по мнению Юры, пихаются все-таки не в уши, вот, но это, как говорится, посмотрим уже по игре. Для меня игрок номер один красный. Для меня Флин на самом деле был красным. Вот этот срыв речи, он был очень странным. Но, наверное, пока я его возьму. То есть я сыграю 1, 2, 3. Вот, с 2 более аккуратно.
Там копаться нет смысла. Я думаю, что 1, 2, 3 красные игроки. Гипертокс себя выставляет? Выставляю игрока номер один. Принято. Наверное, все, что мог сказать, сказал. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер четыре. Ваша минута. Уф, вот это вот речи передо мной поговорили, прям не знаю. Смотрите, игрок номер один посидел на своей речи, поговорил про диванных аналитиков, про то, что ему что-то куда-то пихают, про то, что он там, типа, слабо играет или что. Рассказал полностью серая речь, просто рассказал историю, то, что ему там понапихали. Смотрите, игрок номер два. Игрока номер один выставляли для того, чтобы он по закрытию стола на попиле мог сказать свою позицию. Почему игрок номер два называет игрока номер один красным, но при этом его не выставляет, чтобы он мог сказать свою позицию? А если игрок номер один черный, вы знаете его цвет или что? Вопрос к игроку номер два. Игрок номер два сказал свою речь буквально 20 секунд, что здоров, типа, я там красный, иначе меня 3-4 сожрали. Вот для меня вопросы, типа, к игроку номер два. Теперь к игроку номер три, ну... играет 1-2, вопросы, как, ну, типа, 2 играет с 1, вы играете 1-2, я не знаю, с кем поиграть из этой троицы, смотрите, я рисую 2 самым черным из этой, я не говорю, что он черный, но речь двойки была хуже, чем речь 1-3. Наверное, я даже среди 1-3, я сыграю 4-0 по нулю, возможно, я покажу с кем-то из следующих. Большое сыграю, спасибо, игрок номер 4, игрок номер 5, ваша минута. Не знаю, Свят, я тебя, в принципе, понял, почему ты играешь 4-0, но так как я этих людей, игроков под номером 1 и 2 знаю уже довольно долгое время, я могу их чуть-чуть покрышевать. Поэтому один поговорил на серого, и на самом деле, Тёма, ты плохо начал, но потом как-то разошелся, начал рассказывать и начал набирать ход, поэтому я тебе даю здесь больше красным, учитывая, что 2-3-4 тоже тебе дали больше красным. Я с тобой поиграю, также поиграю со вторым игроком, потому что я его неплохо хорошо... по эмоционалу читаю, пока он красный. Потом в него бросить, он, если черный, сразу сломается. Поэтому я сыграю 1-2, в 3-4, я думаю, есть маф, где третий заигрывает 1-2, хотя он их особо, ну, там, не знает. Ну, извини, Елисей, ты для меня всегда, всегда маф. Я жду твою тройку. Ну, это, я думаю, для тебя нормально. В 3-4, я думаю, есть маф, где 3 для меня чуть почернее, потому что он взял 1-2, особо не объяснил. Я так сказал, что Флин вроде для меня хорошо начал, потом плохо закончил, но потом... Но я его все равно возьму, потому что я его даю здесь больше красным. В общем, Елисей у меня под подозрением. Святослав, ну, в принципе, я тебе не готов дать черным за твою команду 4. Спасибо. Игрок номер 5. Игрок номер 6. Ваша минута. Ну, если четвертый игрок вы в этой игре не вскроетесь, вы черный, и сыграть 4-0 довольно странно было. Вы начали с того, что напихали третьему, в итоге закончили тем, что играете 1-3, который для вас покраснее. Странно. Сыграю по маркерам пятого, как он знает игроков 1-2 больше, чем я, и играет с ними дольше, наверное, ему виднее, что игроки 1-2 здесь краснее. От этого 1-2-5 можно сыграть. Но я говорю, четвертый или вскрывать, то три или черный. Вот. Другого не дано. Четвертый игрок, 4-0, это очень странная позиция. 1-2-5-6, спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 6. Игрок номер 7, ваша минута. Ну, я согласен с четверкой, что четверка прям поговорила на черного. Прям вот. Очень плохая речь была по отношению к обычному речи на красном. Соответственно, я хочу поиграть 1-2. Но я хочу играть в первую очередь с пятеркой. Мне он показался достаточно хорошо поговорил, достаточно по-красному. И он не берет тройку, хотя тройка для меня сейчас покраснее поговорила, чем четверка, та же самая. Я бы брал 1-2-3-4. 4 не брал бы вообще 1-2-3-5-6. Нахуенно. 4 черный бетон, да? Возьму 1-2-5-6. Хотя, ну, игра тройка для меня ближе к красному поговорил на данный момент. Хреново паровоз берется, ну ладно. 1-2-5-6 играю, спасибо. Большое спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 8, ваша минута. Игрок номер 7. Вы же сначала хотели сыграть 1-2-3-4, вот такой большой паровоз хотели. А под конец сыграли 1-2-5-6. Что-то я не очень вас понял по позиции по четвертому игроку. Я-то сыграю 1-2-5-6 и 8, а вот 7 я не хочу в этом паровозе сидеть с семеркой, поэтому давайте мы встанем с вами. Так что у меня 3-4-7, там 2 мафа сидят. Кто именно, будем разбираться дальше. Потому что один поговорил нормально, 2 у нас хранители красной карты, насколько я знаю. Потому что на черной карте он в угол забивается, тем более 5 его крышует, а 9 крышует 1. 9 еще послушаем, может быть, он там замазывает его. 6 мне сейчас понравилось. Ну и в прошлой игре мне 6 понравилось, а это вышло не очень хорошо, что мне 6 понравилось. Поэтому 1-2-5-6 пока поиграю. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 8. Игрок номер 9, ваша минута. Смотрите, ребята, я начну с конца.
Ну, там единичка, как кого выставить. 7-8 взяли одну и ту же команду, короче, ну, вы понимаете, что они разбегаются, и, скорее всего, там один маф сидит, 10-7. У меня, ну, типа, у нас, ну, он сразу хотел взять команду. Ну, проверяется 7, находится красный, вывозится 8, или наоборот. Смотрите, 1-2, ну, 1-2 все взяли в команду, короче, 1-2 я могу точно сыграть. Римлян, мне ты не нравишься. Мне это не нравится. И четверочка мне нравится. Я понимаю, почему он взял 4-0 поиграл. Потому что он сомневается. Я не знаю, я хочу играть. Ну, я семерку понимаю. Семерка для меня более красная сидит. Потому что она первая лезет в такой длинный паровоз. Хочу, играю команда 1-2-5-7-9. Спасибо. Большое спасибо. Игрок номер 9, игрок номер 10. Скажи, пожалуйста, кто выставлен? Выставлен только игрок номер один. Выставить кого-нибудь, Артем? Ну, быстрее. Окей, выставляй игрока номер 8. Очень приятно. 1, 2, 3, 4. Господи, что там получается? 6, 7, 8, 9, 10 в 1. 6, 7, 8. Остальные 10. Так, хорошо, у меня мало времени уже осталось. 1, 2, правда, поговорили хорошо. 2 обычно сразу как пальцы немного нервничают. Ничего нельзя сказать. 3 их взял, ну, не знаю, что докап значил. По-моему, втапливание в 3 началось просто с того, что 5 ищет его все время черным, поэтому не знаю. 4 взял 4-0, но после речей, которые говорили после, понятно, почему он взял 4-0. И, ну, может быть, конечно, все еще не так, но посмотрим. 5 все нормально разложил, не знаю. По 6... Там правильно говорили, что параноить можно, но он тоже все правильно взял, я не знаю. 7-8. Почему один решил 8 выставить, я не совсем понял. Почему опять мне 7 больше не нравится? 1, 2, 5, 6, даже 4 в принципе можно взять, но 4 аккуратно, но с плечам. Большое спасибо, игрок номер 10. Господа, суд, выставлены игроки номер 1 и 8. Именно в таком порядке будем проводить голосование. Кто за то, чтобы выиграть игрока номер 1? Раз, два. 5 голосов. Оставшиеся 5 голосов идут в игрока номер 8. Автокатастрофа, игрок номер 1, ваши 30 секунд. Не, Лисе не показался таким черным пока что. Ну, мы можем его послушать. Четверку мы тоже послушаем. Карман, я с тобой поиграю. Хотя ты двойку крышуешь, его речь была супер короткая. Мне семерка, мне кажется, он бы не закапывал себя туда в 1, 2, 3, 5, 6. Он же сомневался сам после речи. Мне казалось, это выглядит, ну, как-то искренне, понимаешь? Он бы не закапывал туда-сюда. Он тебе просто шансы не оставляет. Восьмерка пользуется этим, выкидывает семерку, как мне показалось. Можете проверить семерку. Но мне кажется, 7-8 разномас, и восьмерка просто семерку выкидывает. Вот так вот как-то. Ну, Камик, не знаю, вроде тоже по-красному играет. Поиграй 1-2-5. Большое спасибо, игрок номер 1. Игрок номер 8, ваши 30 секунд. Да, спасибо, господин ведущий. Ну, вставать с 1... Соединиться я не буду, у меня бетон красный. А, десятка почему-то встает в разномас с четверкой, где у меня четверка даже покраснее после речи десятки. Десятка, мне кажется, совсем прям не пошло что-то. А, семерку я даже, наверное, поменяю свое мнение. Мне она сейчас покраснее, кажется, чем десятка. Я буду топить лучше десятку. Я думаю, 10-3, еще одного мафа искать. Может быть, Рим опять хорошо сидит, а может быть, девятка. Вот. Но сейчас 10 самый слабый. Большое спасибо, игрок номер 8. Господа, переголосование между игроками 1 и 8. Кто за то, чтобы выиграть игрока номер 1? Раз, два. 5 голосов, оставшиеся 5 голосов идут в игрока номер 8. Поднимается вопрос о том, чтобы выгнать обоих игроков из-за стола. Кто за то, чтобы выгнать игроков 1 и 8 из-за стола? Раз, два. Один голос, этого недостаточно. Город уходит ночью. Где-то надо проверить. Дед говорит, типа, 7-8 есть маф, голос проверяется 7, если он красный, 8 уходит. Так, а потом на своей речи говорит, играю 1, 2, 5, 6, 8. Просыпается типа, мафия. 5 и 7, он 6 не сказал. Ну, то есть, типа, он или маф, или красный дед. Ну, типа, там пока его не повесь, типа, пока его не выгонишь, ты не поймешь, блядь, нихуя вообще. Почему для него 7, типа, возможный маф, и он берет его в команду, непонятно. И что 10 такого сказал? Мафия делает выбор. Мафия заступает. Просыпается Дон и Грим. Дон.
Дон, я понял, Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар меня понял, комиссар засыпает. Просыпается город, дамы и господа. Увы, проснулись ли все? Кто-то очень захотел вашего кофейку, господин Рим. Поэтому мафия любезно предоставляет вам минуту. Знал бы он, что там налито. Четвертого снимите. Четвертый игрок просто в камеру в наглую показывал мой отстрел после того, как я сказал, что он или черный в этой игре, или скрывается. Четвертый игрок показывал в камеру, что стреляет с шестой. Я сказал, стрелится с шестой, четвертый точно уйдет. Этот игрок не понимает, зачем он проверка четвертого игрока, где четвертый или черный, или вскроется. Но если он вскроет, то контр-шериф не будет же его проверять. От этого третий не такой красный. Я думаю, команда 1, 2, 5, 6 самая красная в этой игре. Я думаю, этих игроков трогать не надо. Мне непонятно, почему игроки 9-10 начали вбивать клини между игроками 6-7-8, где именно 7-й запрыгнул в паровоз. Камик, понимаешь, в чем проблема? 7-й запрыгнул в паровоз, он заяц. Я закрыл паровоз. Между 9-10 должен быть последний маф. У вас будут проверки, если 4-й скроется, его комиссарство не рассматриваете, потому что 4-й игрок дал отстрел на 6-го, я сдох. Мое жесткое завещание снять 4-3 и разобраться в этом столе. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 6. Игрок номер 2, ваша минута. Да, спасибо. Сначала немного пояснения. Я забыл упомянуть то, что я не люблю, в принципе, длительных речей на первых сотах. Это бесполезно, мне кажется. 4, но 6 только что сказал, почему 4 может пока что сидеть, как черный или красный, неважно. Я просил проверку 8, потому что 8 втопил 7, хотя у них одинаковая позиция, и они начинают разбегаться. И 8, если 8 находится красный, 7 у нас будет черный, и это... Блядь. Нет, если типа 8 черный, то камик будет красный, так как он в первый втопил в восьмерку. То есть плюс-минус 2 цвета дается. А, теоретически мафия может быть где-то между 10, 7, 8, 1 маф и 4. Мое мнение. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 2. Игрок номер 3, ваша минута. Во-первых, команду 1-2 я взял первым. После этого и карта на Рим берет ее и выкидывает меня. Поэтому проверка нужна либо в меня, либо в четверку. Правильно? Правильно. Проверка четверки дает цвет шестого. Я ж не знал, что шестое стрелец. Аргумент Рима, что отстреливается. Кстати, Рим, мы играем в открытую. Тут не нужно показывать сострелы. Смотрите, 1-2 все еще красный для меня остается. Для меня картман красный. Для меня 4. На самом деле, по аргументу Рима, что 4 либо комиссар, либо типа черный. Вот. Но если у комиссара, он сейчас кроется, потому что он сейчас уходит. Я надеюсь, что проверка шла в меня. У меня пока что среди 4, 7, 8, 9, 10 сидит вся тройка. 4, 7, 8, 9, 10, для меня сидит вся тройка, где на самом деле 7 пытается сказать, что я красный, единственный за столом. Мне это не нравится абсолютно. Вот, поэтому для меня 7 чернее, чем 8. Среди 9, 10 есть 1. И среди, ну и 4, либо комиссар, либо маф. Я с Римом полностью абсолютно согласен. Тут нужно решать. Я думаю, что я выставляю 4. Вот, 4 сейчас поговорим. Принят 4. Большое спасибо, игрок номер 3. Игрок номер 4, ваша минута. Что это за аргумент? Вот это обращение к игроку номер 6. Я пытаюсь показать игроку номер 6, чтобы он обратил на меня внимание, потому что у нас нету здесь маяков и так далее. Это первое замечание. Это единственное, почему он хочет меня убедить. Я выставляю игрока номер 8. 7 с этого стола не будет уходить. Выставляю игрока номер 8. Теперь давайте искать дальше мафию. Второй говорит, что 4 посидит, потому что Рим сказал, что я, возможно, вскроюсь. А почему аргумент? Почему игрок номер 2 не цепляется за то, что меня можно увести? Для вот этого у меня игрок номер 2 красняется. Вот игрок номер 3. Теперь вопросы, который говорит, что 4 уходит. Рим сказал, что 4 уходит, если стреляется 6. Вот этот маячок на барбае здесь обозначает обращение. Я не понимаю этого аргумента, типа, ну и что мне сказать? Я сейчас буду ставить игрока номер 8, я полностью согласен с Камиком, что проверка в 10, наверное, нужна, потому что непонятный игрок. Смотрите, 6 начинает паровоз 1, 2, 5, 7 берет то же самое, выкидывает Рима, 8 берет 1, 2, 5, выкидывает 6, 7. В предыдущей игре было точно так же, где был 7 посередине, более черным. Но здесь я считаю, что Эзлин красный. Выставляю 8. Я сейчас буду голосовать 8 игрока. Большое спасибо, игрок номер 4. Игрок номер 5, ваш. Не знаю, я думаю, 1-2 красный, как я говорил и крешевал. Я думаю, Елисей черный. Он не сказал свою тройку мафов. Сказал, что у него есть 5 игроков, и там 3 мафа сидит. Елисей, я думаю, что ты черный. Давайте так, давайте мы сыграем по завещанию Рима и выберем 4-го игрока, а 3-го проверим.
комиссар проверит третьего. Если третий будет красный, то это будет хорошо. Но я думаю, что третий будет черный. В общем, не знаю, дед, ты для меня тоже черный, на самом деле. Ты говоришь, я играю 1, 2, 5, 7, а на своей речи говоришь, что 7 надо проверить. Если 7 красный, 8 черный. И типа, 10, а почему 10 у тебя черный? Ну, типа, я скажу на своей речи. Ну, я не знаю, типа, для меня в 3-4 точно есть один маф. 10 проверить, маф. Точно один маф. 7-8, я не уверен. 9-10, там тоже один. 1-2 маф. Ну, короче, типа, я не могу вам какую-то сейчас команду, типа, нарисовать и кого кикать, я даже не знаю. Я сыграю по завещанию Рима, я поставлю четвертого. Потому что, ну, типа, да, он. Я согласен, что это такой себе аргумент, но, типа, понимаешь, если мы сейчас не сыграем по его завещанию, то мы проиграем, мне кажется, еще быстрее. Спасибо, игрок номер 5. Спасибо, играю 1-2. Играю 1-2-5, окей, тройка сейчас не совсем понятно себя ведет, плюс я просто не могу найти в тройке красного до конца, то есть я пытаюсь его, по нулевке он поиграл достаточно нормально. А почему я говорю по прошлому кругу, что четверка так же, как и Рим, может быть и комом, и черным, но не красным явно? Потому что у него, он обычно на активной роли траторит на нулевке, и сейчас опять, вот как обычно у него это бывает, по первому кругу, он забывает речь. Я сказал, что я играю 1, 2, 5, 6. Я 6 не выкидывал. И тройку я тоже хотел брать в команду, но пока не стал. Но хотел очень ее брать в команду, потому что нулевка мне она понравилась. Он опять путает речи, и я сейчас буду выводить также 4. А при этом по шестикле с камика я бы сейчас, наверное, взял 1, 2, 5, 6 реально. Ой, 5, 9. Вот реально. Единственное, что восьмерка, я не уверен, что он прям черный. По нулевке, конечно, к нему есть вопросы, но я поэтому хочу проверку 7 или 8. Но сейчас проверяется. Спасибо, спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 8, ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Для игрока на номер 9 я комиссар, проверил шестерку. Я бы посидел спокойно, но шестерку отстрелили, к сожалению. Вот в прошлый раз я не проверил. А теперь я кидаю проверку 7-10. Мы находим там красного игрока. Наверное, я думаю, я проверяю 7. Я думаю, он красный, или я проверяю 10, потому что мне кажется, он черный. 3, 4, 10. Я с самого начала сказал, мне не нравится команда. 3, 4, 10. Это мафа. Если четверка хочет посидеть, потому что он дает кома. Хотя у нас 6, отстрелянный самый красный игрок. Говорит, не верить в комиссарство четверки, правильно? Он там сетапил 4-0. Ну, 4 посидит. Хорошо, я выставляю игрока номер 3. Выставляю игрока номер 10. Проверяю... Если меня переубедят, могу проверить 9, потому что если карта он паранойя... Говорили, 9... 7 красный, 8 уходит, 8 уходит. Большое спасибо, игрок номер 8. Игрок номер 9, ваша минута. Тут проблема для мафии, что красные слишком быстро нашлись, короче, команда 10, 8, 3, черная, я не знаю, я верю в комиссарство четверки, хотите два комиссара посидеть, выводим десятку, выставляю 10, давайте выведем десятку. Самая черная речь, даже объяснение пила окей, но после того, как он 30 секунд что-то поговорил за эти команды, нет, красный. Он для меня по нулевке бетон черный сидит. Я не знаю, я единичка, сейчас твой ход еще будет, завершишь, тебя все краснили, ты красный, вот, я бы десятку сейчас выводил. Если хотят, чтобы 4-8 посидели два комиссара, где я верю четверке комиссару. Семерка красный сидит, он первый не побоялся взять этот паровоз, 1-2-5-6 взял, он сказал 1-2-5-6 и 3 в скобочках, типа, хотел бы взять. И восьмерка к этому прицепился. Спасибо, Пас. Большое спасибо, игрок номер 9. Игрок номер 10, ваша минута. Я не понимаю, за что меня камик сейчас топит, но я взял 1, 2, 5, 6. Я сказал, что 4, его 6 сразу показал. Все мои паровозы. 8, почему мне говорил, что я разномаз какой-то рисую. Нет, я говорю, 4, скорее всего, понятно, кто в этой игре. Все. 3 я пытаюсь задефать за то, что Картман мне влил, типа то, что он взял 1, 2, но ему не нравится просто. Я аргументацию не увидел. Сейчас 9 говорит, что у меня просто речь плохая. Ну, я спросил, мне Артем отвечал 10 секунд, потом он решал, и я долго пытался ориентироваться еще. Ну да, я просто не особо опытный, извините. Нет, 9, можете проверить меня, 9 уйдет черным, либо 9 проверьте, я уйду, без разницы, точно черный. 8-9 рисую, хотя я не понимаю, почему он рисует 3-8-10, от своего отмазывается сразу, я не понимаю. 8-9 я вижу, надо искать. Мог Рима самострельницу, не знаю, вряд ли. Спасибо, замазан. Игрок номер 10. Игрок номер 1. Ваша минута.
Ну, тут либо 4-9, либо 8-10. 3-8-10. Я не знаю, кому 4-9 еще одного пририсовать. Кого? Ну, смотри, смотри, Камик, ты показываешь, 7. Что четверка ком, когда до восьмерки еще не дошла речь, он еще не вскрылся, что восьмерка ком. Понимаешь? А четверка ничего не показывала. Четверка у тебя какая проверка? Мне просто залагало, я там пропустил. Я на своей речи сказал 7 красный бетон. Вы что, прикалываетесь? Фул? Игрок номер один, вы тут? Бля, Рим сказал четвертому не верить. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Что, игрок номер один? Надо, чтобы они проверили кого-то нейтрального. Кого-то нейтрального. Просто если сейчас восьмой проверит, например, девятого, он будет у него черный. Просто я думаю, кого... До кого, так сказать, доебаться. Ускорился. Ну а что делать? Короче... Один-два бетон красные. Ком ли четвертый или нет? А кто у них может быть? Он мог на четвертом проверить восьмого. И въебать восьмого. А восемь настоящий комиссар. А он Дон просто. И, короче, что у нас получится тогда? У нас получится, что 8 комиссар, 4 черный, 3 вместе с ним черный. Давайте пару минут перерыв тогда получается. И 10 какой-нибудь, тоже черный. Потому что 4 говорит 8 черный, а 8 говорит... 4 черные, правильно? Для кого? Для восьмого кто еще черный? Я думаю, 7 красный. Это сейчас будет игра с комиссарами, где непонятно, кто где что и вообще куда. Короче, типа, ты не веришь ни одному, ни второму комиссару. Не вернулся челик.
Дед, как дела? Нормально все, что-то перекемарил, короче. Чуть-чуть. Смотрел мафию и думал, на вторую залечу, на вторую не залетел и... Пиздец, да? Да. Ты что? Нормально, что. Такое. Строение такси. Конечно. Ты попал под дым и умер молодым, блядь. ВКонтакте писать. Сейчас напишу. Теперь только что-то писал. У него вчера интернет закончился, да? Он, походу, интернет на один день оплачивает. Я ему написал ВК, он почитал, печатает мне сейчас что-то. Он говорит, что интернета просто нету, надо подождать. Дед, давай не по игре. Закинь мне плюс, мне что-то дропнула вебка. Бля, хуёво, я самый красный за столом. И... Ну, меня сейчас будут убивать, наверное. Или седьмого будут убивать. Техника призыва? Да. Я думал, ты мне 5 хотел там дать. Ну и ладно. Делаю 2. Делаю 2. Сори. О, нормально. Флеш, вернись, пожалуйста, как делаешь свои дела. Что-то на это отключилось. Бля. Уже вебка потухла. 6, 7, 8, 9, 10. Раз-раз. Да, тебя слышно. Че, мне минуту дашь, да? Алло, слышно? Да-да-да. Бля, я знаю, что происходит, то с Верби, то и не дропается, я не знаю почему. У меня одновременно с Артемом дропнулся Твич. У меня такая же фигня. Что это за фигня? Потом дропнулся Верби, что это такое? Причем интернет работает, я сижу в ВКонтакте, работает, все работает. Бред, извините, пожалуйста. Так, господа, напомню, что мы остановились. Я говорил, закончил. Артем, ты говорил, по-моему, ты часть уже проговорил, если ошибаюсь. Ну, давайте 30 секунд. Давайте 30 дадим 40 секунд, потому что ну, все понимают, что ты сбился и так далее. Давай 40 секунд, поехали. Так, как бы включиться. 4 проверил, 7, 8 проверил, 6. Нам нужны еще проверки, комиссары посидят по-любому. Елисей, для тебя кто четверка?
Думаешь, черный. Ага. Ну тогда команда... Ты думаешь, восьмой ком. Окей, ну тогда вторая команда это что-то типа 4-5-9, я думаю, потому что... 5? 5? 5? Вот типа того, может быть. 5? Нам нужны еще проверки, нам нужно определиться, кого выгнать. Двойка, у тебя будет еще речь? Я открывал. Угу. Либо 7, либо 10. Фул игрок номер 2? Я бы тройку не выгонял. Большое спасибо, игрок номер 1. Господа, выставленные игроки 4 и 8. Именно в таком порядке мы будем голосовать. 10 ты выставлял, Камик? Ты выставлял 10. Игрок номер 10 точно никого не вставлял. Да, извини. Я, видимо, тоже отвлекся. Бля, и на это шалил, сори. Выставленные игроки 4, 8, 10. 4, 8, 10. Именно в таком порядке будем... Игрок номер 2, второй фол. Во время суда мы не жестикулируем. Игрок номер 8, второй фол, первый фол. А, напоминаю, что выставлены игроки 4, 8, 10. У игрока 2 и 4 по 2 фола. 4, 8, 10. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 4? Раз, два. Ноль голосов. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 8? Раз, два. Один голос. Оставшиеся 8 голосов идут в игрока номер 10. Игрок номер 10. Вас выгнали. Ваша минута. Ну, я, конечно, сам не прав. Я сам считал, что 4-8 должны посидеть, никого не выставил, согласен. Почему я сказал, что 6 мог самострелиться? Потому что он по нулевке показал кома. Смысл было ему это делать как раз, но я не совсем понимаю. Поэтому я и просмотрел такой вариант. Но это я в конце вкину. Это не основная идея, это я в конце вкину. 2 на попиле, хочет уводить 1-8. Видел он 8 черным уже тогда. Не знаю, не понял. Один красным сидит. 2 сомнения есть, но в целом красные. По эмоционалу ничего не могу сказать, ничего не наговорил. 7 проверено, 4 комиссар, еще по нулевке было видно. Камик меня вкидывает там с начала первого раунда, я не понимаю. 8-9, дальше 5-2 и остается. Почему? Может быть 3, но если дадут аргументацию, а не потому, что он просто не нравится вам. Спасибо, пас. Большое спасибо. Игрок номер 10. Бородинович. Просыпается Дон игры. Дон меня понял. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар меня понял. Комиссар засыпает. Просыпается город, дамы и господа. Увы. Нас покидает прекрасный молодой человек, любимец женщин. Кто это, как вы думаете, господа? Это, конечно же, игрок номер 5, Артур. Ваша минута. Да, ну понятно. Короче, 1-2 в этой игре не трогайте. Я думаю, 1-2 красные игроки. Я начал этот паровоз, в который влезли 6, 7, 8, 9, 10, так или иначе. Поэтому 1-2 не трогайте. Смотрите, Ничка, почему я не говорил, что 4 для меня ком? Я подумал, что 4 для меня ком, потому что 3, еще до вскрытия 4 игрока, сказал, что 3... Он думает, что 4 ком, понимаешь? Почему я начал вспоминать, что 3 черный? Потому что он на своей речи, типа, когда ты у него спросил, кто для тебя... Четвертый игрок, он сказал, что четвертый черный. Хотя мне он сказал, что четвертый для него комиссар. Понимаешь? Поэтому я сразу начал говорить, третий черный у тебя. Понимаешь? Поэтому гиперток, я оставляю это на тебя, ты самый красный. То есть, типа, я думаю, что дед скорее красный, восьмой скорее настоящий комиссар, семь красный и 3-4-10. Вот такая команда мафов у меня, по крайней мере, так кажется. В общем, с комиссарами разбирайтесь сами. Я не готов вам какую-то дать прям 100%, что 8 комиссар или 4 комиссар. Но согласен, по Риму надо сказать, что... Типа, четвертый не может быть комиссар, потому что Рим сказал, что если четвертый скроется, он, возбуждал лже, поэтому, типа, это под вопросом. Короче, завещание снять 3, мне в баланс, 1-2 красные у меня, 7, я думаю, красный, 9, я думаю, красный, там 8 комиссар. Снимите 3, спасибо. Игрок номер 5. Игрок номер 3, ваша минута. Смотрите, я показывал, что думал, что 4 комиссара, потому что других комиссаров не нашел. По одной простой причине, 8 сказал, что он готов вставать, 8-7. Именно поэтому я подумал, что 8 может быть не комиссаром. Поскольку я других комиссаров не нашел, Свят ложился больше всего. Поэтому для меня 8 100% комиссар. Прошу прощения, бетон комиссар. Для меня 8 бетон комиссар. Для меня 4
Я всех угадал? 7 черные. Ну, поздравьте меня, у меня было 4, 7, 9. Я наконец-то не пососал хуй. 9 нашел красным, честно говоря. То есть тут, может, 4, 7, 10? Да им пизда. Короче, 3-4-10 нету по одной простой причине. Я бы играл версию четвертого комиссара, это раз. Два, я просил на проверку 4. То есть я первый начал форсить на проверку 4, это и Рим отметил, это и я показал несколько раз. Я показал на своей речи, я думаю, что 4 комиссар, и я думаю, что 7 черный. 4 оказался не комиссаром, потому что вскрылся 8. 8 не вскрывался бы фейк-комиссаром с проверкой в мертвого красного игрока. Поэтому 8 комиссаров в этой игре. Следовательно, я думаю, что сейчас нужно бахать по семерке на самом деле. Ну, я не знаю, у меня комиссар 8, 8 лидирует. Он комиссар, пусть сидит. Ну, можно, твое решение. Твое решение. Большое спасибо, игрок номер 3, игрок номер 4, ваша минута. Восьмой игрок скрывается на предыдущий круг комиссаром с проверкой 6 красный еще до вскрытия, потому что шестой на своей уходящей речи сказал, что если 4 будет скрываться комиссаром в контры комиссару настоящему, значит 4 мав. Восьмой это, наверное, улавливает. Скрывается комиссар с проверкой 6 красный. Сейчас он проверяет 9-го, хотя 5-й игрок говорит проверить 3-го. 3-ка бы была кросс-проверка у меня и 8-го. Мы бы знали цвет. Смотри, 8-й игрок нарисует команды в этой игре. Да, посиди, смотрите. Я сейчас рисую свою команду. 6 уходил красным, 10 уходил черным. Это очевидно, смотрите. Команду я рисую среди 1-2. Должен быть один маф. 8 черный, 10 черный, 9 красный. Я не думаю, что 8 замазывает 9. Это слишком глупо. Я буду кидать проверку следующей студии 1-2. Я выставляю 8. Сейчас хоть только 8. Скрываться комиссаром на первой речи с проверкой 6 красный. И после этого идти проверять 9 игрока, не рисуя свои ни черные команды, ничего. Большое спасибо, игрок номер 4. Игрок номер 7, ваша минута. Ребят, не проверяйте речь Риму. Блин, все перерывали речь Рима. Рим сказал, что если ты не скрываешься комом в этой игре, то ты точно черный. Он не говорил, что ты, если вскрываешься вторым ком, что ты черный. Он говорил, что если он не вскрывается ком, он черный. Слушайте речь, пожалуйста. Тройка у меня топит, я красный, тройка в цветах обычно не ошибается. Либо он охуел немного красным, либо он только мафия. Тут вариант лучше, понятное дело. А тот вопрос, почему десятка 8 ставит руку, ну, потому что мы в теории могли восьмарку увести. То есть, кто их заметил, одна восьмарка поставила, точнее, одна десятка поставила 8. А все остальные, понятное дело, проголосовали 10. Поэтому тут 8 контркомиссар при этом. В комиссарах я сразу говорю, я пока до конца не разобрался, потому что по святу сейчас не по святу, не по Илье не могу. 3-4-10 точно. 3, 3, 3, 3. Но тройку у меня, понятное дело, черный, потому что путаться в цветах это вообще ни разу не свойственно. Может быть, команда на самом деле реально из 1-2. Большое спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 8, ваша минута. Гиперсокс, я сказал, если 8 черный, то он не даст 9 красных. Игрок номер 3. Для меня игрок номер 7 пока покраснеет, там сомневается. Игрок номер 7, я комиссар в этом городе, я вам бетон наставляю. 1, 2, 9 красный, и вы тоже с ними красный, скорее всего. Потому что моя следующая проверка это 3, 7. Кого-то из них одного я проверяю. И по остатку мы выводим. Для меня сейчас только 4 бетон черный, потому что я знаю, что он комиссар. И он покупает семерку и будет рассказывать, что я покупаю девятку. Девятка, во-первых, напомню, 5 попросила проверить, 3, 9, 3 и 9 попросили проверить. А четверка перевирает речь пятерки и говорит, пятерка же сказала, перекрестная проверка в тройку, которая даст нам команды, правильно? Было такое? Выставляю игрока номер 4. Выставляю игрока номер 4, игрок номер 9 еще выставит. Я думаю, игрок номер 9 уже не сомневается. 1, 2, скорее всего, тоже. 2 точно должен знать, что я не, как бы не маф, потому что я тоже бы по-другому немножко себя вел. Кто у меня мафы? 3-4-10. Или 4-7-10. Но сейчас я буду проверять. Я говорю, 3-7, проверяем. Там 3-7 разномаз, они вот так вот стоят. С самого начала. Большое спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9. Ваша минута. Все, окей. И за паранойю, короче, четверку выводил, а десятку, короче, после того, как я резиденно въехал, и покупал мой голос, теперь я понял, что четверка. Ну, я действительно поверил четверке на самом деле. Я верю в восьмерке. И четверка сказал, что в 1-2 видит мафа. Ну, это смешно, короче. Хоть четверка и тройка. Ну, я не знаю, на 1-2 наехать это такое себе. Я понимаю, что твоя позиция по нулёвке была 4-0, но в 1-2... Восьмой на подъем встает по нулю, двойка вкидывает руку за подъем обоих. Десятка. Поговорил, десятка сказал. Он взял команду и очень сильно этим поплыл. И десятку все рисуют мапов. 1, 2, 5, 6 он поиграл. Тем самым завещал нам, что 1, 2 красные. И их все краснили. То же самое, что и сделал Елисей. Влез в команду. Если бы он 1, 2 не поиграл, если бы он поиграл с единичкой, где он поговорил по красному, тогда ладно.
Вот, а 3-4 сейчас пытаются разбежаться, короче. Уводим 4, спасибо, Паш. Большое спасибо, игрок номер 9, игрок номер 1. Хорош, дед. Игрок номер 10 въезжает в девятку, где девятка на тот момент играет с четверкой. И говорит, а сам руку ставит в восьмерку. Понимаете? То есть он въезжает в девятку, которая играет с четверкой, для него четверка должен быть уже ком, он ставит руку в восьмерку. А Елисей, то для него восьмерка ком, то он не ком. Я говорю, кто для тебя ком? Он пока восьмерка черный. Потом говорит фовам, что если восьмерка черный. Я сказал, если восьмерка черный, девять даст черный проверка. Он хочет, Елисей хочет вывести семерку, чтобы два в два было. Понимаешь, Камик? Поэтому выставляю игрока под номером три. Ну, либо четыре, если это вдруг не три. Ну тогда кто? Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер один, игрок номер два. Ваша минута. Для начала обращусь к игроку номер четыре. Если бы ты так не эмоционировал, я бы в тебя вообще сейчас не проновил, если честно. А почему 8 для меня не ком? 8 говорит о том, что 6 самый красный игрок здесь, при том, что 1-2 это замазанное красное, которое окрасняет весь... Пятерка единственная, кто ломает весь этот паровоз, ну, кроме четверки, которая берет 4-0. И берет, пятерка берет 1-2 команду. То есть он сейчас самый красный за столом. Шестерка — это бесполезная проверка. Для меня рисуется команда 3-8-10, потому что 8 дает 6 красной проверки. Ну, я уже объяснил, почему это глупая проверка. Камик 8-9 не может быть командой, потому что 9 сразу с нулевки втопил 8. 7-8 разбежались, они шли разноцветом. То есть по остатку у меня только Елисей получается. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 2. Господа, выставленные игроки... 8-4-3. Именно в таком порядке будут проходить голосования. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 8? Раз, два. Один голос. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 4? Раз, два. Три голоса. Четыре голоса. Оставшиеся два голоса идут в игрока номер 3. Игрок номер 4. Вас выгнали, ваша минута. Вы говорите, игрок номер 2. Команда 3, 8, 10. 3 у меня проверенный красный, 8 я рисую черным. 3, 8 команды в этой игре нету. Нету, обращаюсь к игроку номер 2. Игрок номер 1 кидает руку в 4. Завещаю вам 1, 8, 10 команду черных. 3, ну, 7 говорите, проверенные если, красные. Если Елисей выиграет, вы просто не представляете. Оставляю чем. Команду 1, 8, 10. Да они сейчас нету в 2 в 2, у вас 2, 4, 6 игроков за столом. Какие 2 в 2? Игрок номер 1. 6 игроков за столом, какие 2 в 2? Оставляю вам вывести 1, вывести 8. Дальше разбирайтесь. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 4. Угородёныч. Бля, пожалуйста, давайте мы не проебем эту игру, я вас очень умоляю. Я очень расстроюсь, если мы это... Это мафия. Прям пиздец. Давай, Елисей, стреляй первого. Мафия делает выбор. Девятого, да. Второго. Мафия засыпает. Просыпается Дон и Грим. Дон был четвертый, да? Дон меня понял. Невозможно проебать. Просыпается комиссар. Комиссар меня понял. Хорош. Надеюсь, просыпается город, дамы и господа. Погиб поэт. Нет, не поэт. А я не знаю, поэт он или нет. Игрок номер два, ваша минута. Да, спасибо. Если действительно четверка проверял тройку, я просто вообще не слышал, я у него спрашивал по поводу его проверки. Ну, блядь, весело остается. Не, ну 8, по идее, должен уходить. Теория. Что у тебя за проверка? 8, 8 проверка. 3 черные, понятно.
Блядь, но если он типа действительно комиссар, его нельзя уводить. Потому что 7-3-7 или 10 считается черным. Бля, я не знаю, разбирайтесь, короче, завещание ничего не давать не буду. Спасибо, пас. Паша. Игрок номер 2. Игрок номер 7. Ваша минута. Все сходит только 3, потому что у нас команда, которая строит 3-8-10, насколько я помню, ее не может быть. 3 проверяет, 4 проверяет 3 красный. 3 у нас топит в семерку, семерка красная, 3, 4, 10. Потому что 10 поднимает руку в то, что 8... Назови. 10 поднимает руку в то, что выходил 8 на том круге. Какие могут быть варианты у него это сделать? То, если он знает, что город может поднять 8 по факту. Типа, только то, что 8 все-таки уберут. Соответственно, 3, 4, 10 у меня только единственная сейчас возможная команда, которая может быть по раскладу стала на текущий момент. Ницца и девятка для меня красный, понятное дело, уже давно. Я не думаю, что есть смысл по этому поводу говорить. Выходит 3, если вдруг не заканчивается, окей, восьмерка уходит. Но я сомневаюсь в том, что сейчас игра не закончится при выходе тройки. Максимально сомневаюсь. Спасибо, игрок номер 7, игрок номер 8, ваша минута. У меня есть проверка 3 черные. У меня есть проверка 6 красные, 9 красные, да? Я не скрывался, потому что 6 отстрелили, поэтому это была бы слабая позиция с комиссара. На это давила четверка, на это, по-моему, давила только четверка, да? Если мы вводим 3, и даже меня отстрелят... Нет, меня, наверное, будут оставлять, да? Я проверяю 1 или 7, и у нас должна быть математическая победа, потому что я знаю свой цвет, я красный. Я все равно буду проверять 7, потому что мы с тобой вначале вставали в разноцвет, понимаешь? А потом я начал тебе больше верить после десятки, потому что десятка сказала такую дичь, что она обоюдно черная у всех. 10 у всех черная. Но я мог ошибаться, мы же не были. Ты проебал 10-го речь, причем все разы, пока 10-й сидел. То есть, я поставляю игрока номер 3. Вообще игрока господина разноцвета. Принят. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 8. Игрок номер 9, ваша минута. Смотри, Гипертокс и АЖ... Азерлинг. Смотрите, короче, десятка говорил, у меня были мысли, короче, что Рима мог самострельнуться и назвать четверку, типа, комиссаром, и чтобы вы ему не верили. Десятка поплыла. Типа, единственная черная команда с восьмым, это 6, 10, 8, где шестерка самострельнулась, нашел комиссара 4, но это просто инсайн игра. Мы выводим сейчас тройку. И потом, блядь, всеми руками, кто бы ни отстрелился, восьмерку. Это завещание на следующий круг. Это завещание просто на следующий круг. Я по другой версии просто не буду играть. Если 3 выводим, игра не заканчивается. Это говорю, это просто, ну, хорошая игра была от Римлина за самострел. Нашел у комиссара. Это было круто. Короче, уходит 3. Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 9. Игрок номер 1, ваша минута. Хорошо, что двойку застрелили, а то я у него тоже начал паранойить. Это что он четверку комиссаром называет. Ну что, или 7-8 получается уже ком. Я хочешь комик восьмерку выведем. Потом троечку. Троечку выведем. Вставляю игрока под номером 3. Поддержано. Никого больше не выставлять? Надумали? С кем восьмерка? Хотите меня выведите, но потом тройку выведите. Ну, раз четверка рисовала команду 1-8. Хорошо, спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 1, игрок номер 3, ваша минута. Значит, вы рисуете команду 3-4-10. Тройка просит проверить четверку по нулевке. Единственный за столом. На продолжение игры, если 3-4, с кем я могу быть маф и здесь? Вот если я сейчас маф, то с кем я маф? Сейчас, здесь, за столом. 3-4-10. Восьмерка нашел свою команду. Я выставляю 8. Уходит 8. Мы играем на продолжение. Мы идем в угадайку. Выводите 8. После этого выводите 3. Игра выиграна. Все. Четверка была проверка 7. Значит, типа, единственная теоретическая команда. Это 1-10. Правильно? Правильно. Кто не стреляется? Скорее всего, стреляется камик. Спасибо. Короче, я выставляю 8, мы выводим 8, мы играем на продолжение, в нормальную мафию. 8 команду нашел, для него это 3-4-10, вот и все. Единственный вариант, при котором это не 1-8, что 10 не уходил. А, 10 уходил черным, потому что 4 комиссара.
Все. Рим не самострелился, камиком бы комиссаром скрылся. 6-8-10. Большое выставляю спасибо, 8. Игрок номер 3. Господа, суд. На данный момент выставлены 2 игрока. Игроки под номерами 3 и 8. В таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 3? 1, 2. 3 голоса. Оставшиеся 2 голоса идут в игрока номер 8. Игрок номер 3. Вас выгнали. Ваша минута. Ну, сыграли бы на продолжение. Ну, что вы за люди такие? Пустили бы в угадайку. Я так редко в угадайках бываю. Вы меня не пустили. Ой, Илья, как ты 3-4-10 связал? Я не понимаю до сих пор, честно говоря. Мне кажется, что это был бы инсейн. Короче, там была такая тема. Мне не нужно было ставить руку на 4. У нас была бы перестрелка. Но там бы мы четвертую руку не купили. Скинутую. Ну, Свят руку тоже скинул, это лаки было. Короче, я допускал, что 8 комиссар, на самом деле, еще на первом отстреле. Вот, я думал, что 8 надо отстрелить. Если бы мы отстрелили 8 с проверкой 6 красный, мы бы хорошо сыграли. Свят топил вот отстрелить 1, и я подумал, что 1 потенциально может запараноить. А Рим запараноит вряд ли, поэтому мне нельзя было Рима до конца игры оставлять. Поэтому, типа, пришлось Рима отстреливать. Так бы я, конечно, его посидел, но его, то, что он четверку нашел. Ну, четверка тоже 3-0, нужно было в провоз, на самом деле, 1-2-3-4 прыгать. Короче, там была, на самом деле, тема в том, что четверка скажет, что в 1-2 сидит одна мафия на договорке у нас. Но проблема была в том, что я сказал 1-2 красная. Наверное, мне нужно было подтопить в двойку. Но я увидел, что Картман показывает, и я подумал, что чип. Мой, если я возьму 1-2, то могу купить Картмана и Вити. Я беру 1-2, Картман тоже берет 1-2 и при этом меня выкидывает. Ну, это что такое? Картман меня просто проноет инстантно, поэтому типа, лайк случилось. Вот. Но игра неплохая. Илья молодец. Спасибо. Большое спасибо, игрок. Единственная благодарность. Лирику за стоп, игра. Победа мирного города. Комиссар 8, мафия 10, Дон 4. Сердечко. Можно теперь я слово скажу? Я уходя, у вас игрок номер 1 сидит, показывает 2-2. Говоря, но... чтобы убрать просто третьего. Он ошибся. Ну, я ухожу, досчитал, я ухожу, ошибся. Так за эту ошибку игрок номер 1 уходит. 3-8-9. Ты что, не посчитал до 6? Нет. Смотри, нет, объясняю. Я ухожу, если вдруг я комиссар, для мирных игроков 7-9, 1-8-10, такая команда может существовать. Да. Вы уводите восьмерку, как второго комиссара в баланс ко мне, и тогда сидите на угадайке. Ну, я не это знаю. Ну, единичку все окраснили, ты понимаешь? Да то, что его все окраснили, это не делает его красным, понимаешь? Я понимаю, да. Типа, 8 должен уйти, а потом, типа, угадайте, третий горит, 3 уведете. Ну, хотя знаешь, бы почему там не может быть 1-8-10? Я говорю, почему? Выводите меня, как бы потом угадайте тройку. Что? 1-8 выстрел, нулевка. Ну, единственное, у меня начало, короче, и? Десятка. Восьмой комиссаром хочет стать на попил на нулевке. Я вот тоже не понял. Мои мысли, короче, про самострел, на самом деле, я начал, ну, я реально такое подумал, где шестерка нашел четвертого комиссара, и единственная команда, которая вязалась, это 6-8-10, вторая команда, да. Я объясню, я на договорке показываю, что я играю 4-0, я вскрываюсь с комиссаром после этого. Я знал, что игроки после меня заметят, что если 4-0, скорее, либо комиссар, либо черный. Угу. Единственный, кто это сказал, Рим. А я после этого это беру... Было очевидно. Ну, это очевидно просто. Типа, я поэтому играю 4-0, хотя я мог 1-2-3-4 паровозить. А я после этого рассказываю план, что Рим самострельнулся. Ну, странно. Я пришел из квартира дослушать речь Камика про самострел шестого игрока. Камик, расскажи, как это случилось. Добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи, господин Досова. Как вы игра смотрели? 1-8-10 не может быть команды. У вас десятки... Господин Засыл, можно на ты? Почему? Что... То, что он голоснул восьмого, если он пытался замазать восьмого. А если он замазать хотел? Второй он может собрать руки своего. Так почему вы не уведете восьмого вне баланса, а потом тройку на угадайте? Это хост дал? Почему вы так... 4-10 единственная возможность команды в итоге. Ну да, у Камика 6-8-10 команда, у меня команда 1-8-10. Как баба, конечно, не очень. Один раз своей речи показывает 2-2. Скорее всего, представляешь, ну, ты сидишь, вот я сижу на красной карте, я вижу, как один показывает 2-2, после этого я считаю, что со столом 6 игроков. Для меня это означает, что этот игрок, уходя в ночь, думает, что они сейчас стреляют одного, и 2-2. Это можно использовать как аргумент, я не понимаю, почему. Елисей это не использовал. Один, я уходя, говорю 1-8, вот, и вы мне баланс хотя бы одного из этих двух игроков должны увести. А потом по аргументам сидеть и думать. Я оставляю вам 3 проверенных красных, 7 красных. Прям совсем сидит.
Да я не понимаю, как черный один бетон красный сидит. Один не бетон красный, но он в команду не ложится. Я говорю, седьмого стрелять, типа, а мы стреляем пятого. Я бы еще пятого как-то, может, побеждал бы как-то. Первый ближе к красному поля, где его заигрывают 1, 2, 3, 5, 6. До хрена игроков. 7, 8, 9 и, по-моему, еще и 10. Бля, там просто нет варика первого черта рисовать. Ну, у вас проблема, что у вас десятка так сказала. Если бы десятка еще рисовалась красной, тогда возможно... Я думал, мы это 3-3 закончим вообще, после того, как восьмой скрылся комиссаром с проверкой 6 красный. Как раз, когда я скрылся с проверкой 6 красный, я сижу более красным, чем с какой-то другой проверкой. Я бы не стал бы скрываться. Никто другой не вскрывается, ты сидишь молча, делаешь еще одну проверку. Уходит игрок номер 4 по завещанию 6. Так я вскрылся под девятку, видишь, у меня девятка говорит. Я нашел 4 комиссаром, и он нашел 8 черным. Я скрываюсь. И только, после этого я сижу у него все равно комиссаром вскрывшийся, понимаешь? Проверка 6 красный, скрываешься? Проверка 6 красным. Это супер странно. Ну ничего, я помог. Помог, развернул стол. Я типа думал 4-8 и развернул стол в десятку, где его речь. Ну, типа, он взял третий раз, семерка взял такую команду, восьмерка взял, типа 1, 2, 5, 6, вытянул семерку. И десятка берет такую команду. Я... Ну, типа, и 30 секунд ему хватило, чтобы настолько по-черному поговорить. Я по нулевке плохо говорил. Ну, вам повезло, что вы 10-го черного вывели, потому это что... Это 3-3 заканчивалось. Мы должны были там вывести какого-то 8-го 2, это 3-3 игра была, если бы 10-го рандомно не вывели. А тут у меня вариантов нет, а защищать 10-го. Я хотел скрыться с проверкой не 7 красный, я скрылся с проверкой 7 красный, потому что хотел убирать 8-го, все рисуют 7-8 разный цвет, я открываю с комиссаром проверку 7 красный, при этом не говоря, я говорю просто 7 бетон красный, выставляю 8-8 уходит, потому что все говорят, жаль, этого не слышали, мне пришлось спалить, чтобы это сказать, мало того, что я так скрылся. Я бы тебе на этом не поверил. Восьмерка строит меня разноцвет. Смотрите, если я вскрываю с проверкой 10 красных, кто будет уходить? Десятка. Восьмой. Десятка. Все на десятка. После той речи. Еще играем или что? Да, играем. Вы еще играть будете? Да. Я сыграю точно. Не, я хоть одно должен выиграть сегодня. Я наконец-то выиграл, Свят. Картман, поздравляю. Спасибо. Картман, а ты бы дал бы двойку черную? Только Юра уходит. Кого? Двойку черный вообще дал бы? Не дал бы. Это я просто говорю, двойка бетон красная, как бы. Ты понял, что ты наговорил? Нет, я не слышал, типа, то, что он проверял тройку, и поэтому мне было, сломалась вообще логика. Когда меня вывели, я вообще поплыл, потому что, по идее, не я должен уходить, а кто-то из 7-9. Надо было 7-го стрелять, второй бы с тобой заиграл, или 7, второй бы заиграл с тобой бетон. А я так понимаю, 7-9 должны уходить, потому что они же проверенные. Да, кстати, мне то, что двойку увели, мне помогло. 7 стреляется, двойка на Сверича говорит, я забыл, что 4-й проверил 3 красным, 8-й может быть уже комиссаром, баланс 4-му уводится 8-й. Смотри, Свят, после этого... там версия идет такая. Я не могу выиграть эту игру, если от восьмерки идет проверка в 3. Если от восьмерки идет проверка в 7, у меня есть шанс. Тут примерно такая история. В связи с этим, когда отстреливаю двойку, я играю уже на угадайку. И у меня есть ощущение, что на угадайку мне двойку оставлять смысла мало. Вот так, потому что двойка паранойи нет никакой. А что девятку тогда? Я когда ухожу... Девятка на следующем отстрелился. Смотри, я когда ухожу, ты, к примеру, стреляешь седьмого, у вас остается 5 игроков, 8 должен уйти как минимум баланс ко мне. Так окей, я с кем я в угадайку сижу? Тогда было по игроку. В угадайку нужно голос двойки покупать. Ну, я сижу в 1, в 1, 2, 3 я сижу в угадайке. Один сидит, показывает 2 в 2. За это можно было ему так вписать, забей. Там скорее 1, 2, 3. Кстати, в теории можно было бы, наверное, развернуть его, потому что он замазанный красный. Можно было оставить 9-го в угадайке и говорить, что 8-й замазал 9-го. Что 8-й замазал 9-го, 9-й на самом деле сидит черным, вывел 10-го, может быть, красным, и команда какая там рисуется, 8-9, или там даже 8-9-10, где они 10-го продали за плохую речь, сыграли 8-9 до конца, хотели 2 было выйти, 10-го убрали. Комиссара нашел? Что комиссара? Первую комиссара нашел? Да, господин, нас два за стол не хочешь? Я нашел, мне третий показывает, 8-й комиссар, я проверяю 8-го комиссара. Есть слово, потому что Юра сейчас уходит, я бы сел на ведущий. Смотри, если ты нашел кому, надо было просто отстрелить кому и открываться. Я всегда рад, как говорится. Бля, это... Я не знал, что у нее проверка 6, я думал, там проверка сейчас полетит 3-10 какая-то. 9-й сидит, показывает проверка 10, уведут моего мафа, Елисей не доедет на такой игре, потому что... его не оставят, там 1-2 как-то ножки с красными и 5. Я, наверное, не должен был руку в тебя поднимать, я думаю. Не-не, там не решает.
Я просто, смотри, мы с тобой разбежались слишком плохо, как по мне, по речам, типа, как-то. Я тебя оставляю, ты меня топишь, я тебя вскрываю с проверкой три красные. Если я вообще не понял, зачем ты, кстати, три красные вскрылся. Я думал, восьмой скажет, что три черные, я буду, я для второго игрока говорю, он, второй игрок рисует команду 3-8-10, я говорю, 3-8, команды нету, баланс ко мне, восьмой уходит, то есть. Там первая проверка 7 красных, нужно было 10 красных, давайте, покупай руку у Камика. Приятного, спасибо. Чего Камик не поверил. Он тебе говорит, не поверил. Мы бы Камика могли бахнуть. Мы бы Камика могли бахнуть на девятке, я думаю, наоборот. Ну что, мы же поиграем, мужики. Или Камика. Юра, ты уходишь? Я понял. Ну сейчас найдем замену. Я буду сейчас подойду. Я уже три раза вспотел за сегодня. Можно Лавэпса позвать, он давно просился уже. Да, можно. Главное, что вам правила соблюдал, тогда будет вообще идеально. Если шо, Лавэпс каждую игру скрывается комиссаром. Каждую. Ну, это я так скопнул информацию. Рекординг. Да, такой, типа, каждый как рекординг, вот он точно так же каждую игру комиссар. Потому что на красном много больше скрывается. Да, он очень много на красном скрывается, именно не на черном. У нас когда был врач, я всегда врачом скрывался. Вообще в каждой игре. Это имба, имба. Надо вскрываться доном, тогда, я думаю, тебя точно окраснят. Алексей, пока найди, он не отвечает. Я думаю, я портом позову. Не, я просто думал, что тройка должен до угадайки доезжать, типа 1-8, кто-то из них должен уходить. Не, Артем, типа, ты не обижайся, я не покажу, типа 2-2, просто я бы на мафии использовал это я как аргумент. Я этому не посчитал просто. Не, я просто, я бы это как аргумент использовал, понял? То есть я думаю, как это использовать. Мне что-то показалось, что там уже это... Так же самое, как и Рим показываю, да? А, так не, это типа, ну, типа, я не знаю, как тут показать, типа, обычно я вот так не понимаю. Я потом уже понял, да, типа, что ты не отстрел показываешь. Не, так, хотел а я, говорить. Ну, а как там, типа, ну... А я же с инетки, для меня так, вот это так точно отстрел. Так я понимаю, я поэтому и сказал, что Рим, типа, я говорю, так, на вербай, типа, ну... Это, а потом я уже допер, а нахрена ему отстрел показывать, если они каждую ночь договаривают? Да, Рим, я когда это услышал, я такой... Чё? А если бы я в натуре был комиссаром, сидел, и Рим такой четвертый уходит, потому что шесть отстрел. Это был бы вообще рофл. Для меня это аргумент был, вообще проблема. Ну, смотри, ну четверка уходит по завещанию шестерки, тройка уходит по завещанию пятерки. Вот. То есть я типа вспоминал, и, кстати... Ну, это слабое завещание. Это хорошее завещание. Кстати, Елисей, ты попробовал Among Us? Ну, типа, на победу, да, я, когда ты уже знаешь, ну, смотри, но аргументов нет. Смотри, Юр, ты слышишь, Юр? Юр, у тебя там Портман в чате, она вроде как просится к нам. Портман, если ты меня слышишь, заходи. Сюда, Портман. Это как Флинн, говорю, как в предыдущей игре, один есть перевести, потом с ним. Кандидат будет при девятерых отстрелов. Да, я видел порно в чате, я видел, я уже сказал и в чате, и написал ей в ВК, но она пока не отвечает. Вот, если что, еще Лавэплс, отпишите ему, там, Свят, допустим. А кто ливнул? Заходит тут? Гипертокс. А кто заходит? Окей, Лавэплс есть еще вроде, но он пока что молчит, но он был готов сегодня играть. Я пойду, ребят, спасибо, завтра что, Артур, мы играем в 6, да? В 6 играем, Камик, мы играем в 6, правильно? А Камик отошел. Ну да, Камик писал, что играет. Фил говорил, да, let's go. Ваня, не помню, отвечал или нет, но я ему напишу еще. Играем. Я про завтра. Окей. Okay. Я завтра фулл-дэй свободен, если нужно, отпишите. Хорошо, если. Могу на ведущего, если надо будет. Нет, не на душу. Это я про Памупати. А, в Памупати. Я понял, там сол собираешь. Елисей, со мной пойдешь? Куда? Да, завтра, ребят, завтра, если что, сбор в 9, кто захочет, приходите. Сразу по спаумплате, я думаю, мы соберемся. Вот. Я пошпилил, я точно приду, точно буду шпилить, но кто хочет, приходите, кто не хочет, тот кому соболезнул. Пакетов.